Так, пока не до машин. У нас сегодня нету прицела, да? У нас сегодня логово демонов. Вот давайте на них и нападем. Так, меня никто не видит. Меня никто не видит. Бесшумное устранение! Доброй ночи. Нет никого! Может, я сейчас убью его? Я убью его! Повяжу! Так вот где у вас. Да блин! А, не заметили. Прекрасно. Ну тогда сейчас я вас всех повырубаю. Пс! У тебя комар на плече! И на лице тоже был. Не храпи. Ну, посмотрим, что там внутри. Как проникнуть? Как проникнуть внутрь? Джеронимо! Блин, ну если будет только 4 охранника на каждой вот этой территории, то я не знаю, что-то как-то слишком просто. По-моему, строки Фиска было отбивать куда сложнее. МДЖ. Ох, накаркаешь сейчас. Я прибыл по первому адресу. Знаешь, что я нашел? Демонов? Вручите леди приз. Сможешь узнать, что они тут затеяли, а я пока поздороваюсь. Может быть, не заниматься стелсовым? Может, просто ворваться туда, да и перебить всех? У тебя канал. Тихо, нет никого. Как не кстати, вас там трое. Бывает, бывает. Ой, как хорошо ты здесь находишься. А, ладно, давайте уж. Забьем их так. Я не спалился. Я не спалился, лул. Шейканда. Пора вздремнуть. Где ты паука увидел? Ну-ка давай покажи пальцем, где он. Сюда иди. И сюда. Все-таки они... Ударь током. Это все? А-а, не все. Ага. У вас почти получилось, джентльмены.
понимаю, новички выходят на замену, а старички удаляются в свой угол. Нет? Слушай, довольно прикольно выглядит. Это я Человек-паук? Нет, это я Человек-паук. Нет, это я настоящий. Ой-ой-ой. Что-то я совсем позабыл про лечение. Скажите честно, вы все ждали за углом специально для того, чтобы меня обломать, да? Видимо, да. Эх, почему нет приговора? Питер, похоже, что Ли купил там автомастерскую. Теперь понятно, откуда у демонов автомобили. Грузовики, скорые. Точно. Прикроешь ее, им станет сложнее перемещаться по городу незамеченными. Так, что-то они как-то меня надирают. Так, вот не вставай, пожалуйста. Не-а. Страшно представить, каким сообщением вас сюда зазвали. Не-а. Он вообще не чувствует, что по нему шоковая паутина бьют. А, я понял, где вы. Дайте я выясню, какая тут максимальная вместимость. Ведь. А убить тебя, короче, так. На, и дружка своего забери. Пройдено. И это все? Что-то как-то слишком легко было, не находите? МДЖ, теперь этой автомастерской самой потребуется ремонт. Не волнуйся, я позвонила копам, они приберутся. Чудненько. 10 подкатов, правда, не выполнили, ну да ладно. Блин, когда раскачал Человека-паука, и когда уже немного наловчился драться, это... Уже как-то и не ощущается сложность. Всем постам. Полицейские ведут перестрелку с демонами. У нас вызов из Дугласа. Тихо. Снайперов сперва. А эта крыша занята? Готов. Так. Домой иди. Разогрев кончился. Начинаем концерт. Открывай. Ну что, вперед. МДЖ, прибыл по второму адресу.
Представляешь, демоны носят маски, даже когда просто гуляют. Как они друг друга не путают, не пойму. Пока ты ищешь ответ, я попробую выяснить, что они задумали. Забрать. Вон там один. Забрать. Это ты меня чуть не спалил, да? Вон там одиночка, самоубийца ходит. Сюда иди. Забрать? В смысле, атака 2. Как меня спалили? Я понял тебя. Подбавим огоньку. На. Ладно, это уже показывает. Что-то как-то слишком сильно. Вот это мои брокеры. Не сразу понял, что это маски. Такс. Знаете, что я думаю? Я думаю, карта отключена. Для с чего бы это? Я думаю взять не цветок, а двойную концентрацию. Вернее, регенерацию концентрации. Учитывая то, что мне нужно сделать 10 добивающих приемов. Которых я расхватал. Питер, там зарегистрирован импортер деталей компьютеров. Ха. Давно ли начали делать ноутбуки из оружия? Так это арсенал? Ненадолго. Сейчас я отплачу им за Джеффа Дэвиса и всех тех, кто погиб в ратуше. Так, вроде получается. Давай тебя добьем. Так. А противников ли мне хватит, чтобы выполнить испытание? Так, я думаю, сейчас можно. Не получилось, да? Ну давай. Еще партия, хорошо. Я хотел спросить, что вы делаете, когда хотите чихнуть? Для меня это проблема. Блин, я их только добивающими ударами убиваю. Неа. Ура, новенький! Проходите, садитесь, сыграем в шарады. Или в домино. Где все? Да, давайте отобьем вот так.
Ага. Тихо. Полегче, парни. Это все? Вот теперь точно все. Блин, это какое-то ультимативное комбо. С двумя добиваниями. Это MJ, слишком сильная имба. Тут стало намного тише. Надеюсь, ты не перестарался, а? Они сделали ужасные вещи, но ты же не такой. Я не такой. Не, подумайте. Двойное добивание плюс... ульта в виде регена концентрации. Это, ну, не находите ли это слишком сильным? Я их только так, добивающими ударами. Добивание — это ваншот обычного противника. Сегодня у нас особый звонок в студию. Сейчас нам сообщат важные новости, ведь кому же еще? Мэр Осборн, спасибо за звонок. Тебе спасибо, Джона. Когда ты был издателем Бьюгл, ты всегда был справедлив ко мне. Да, суров, но справедлив. Ну, это моя работа, господин мэр. Беспристрастность — мое кредо. И я не поставлю ее под сомнение. Итак, что за крайне важные новости вы сейчас эксклюзивно расскажете на моем шоу? Давай. Хотелось бы послушать. Его теракта в ратуше, жертвой которого я чуть было не стал. Я понял, что полиции нужна помощь. И да ну. Я заверяю жителей Нью-Йорка, что готов ее обеспечить. Ага, а я говорил, что нам это необходимо. Вы взяли мою идею о копах с Тихоокеанского побережья. А, нет, хотя это была отличная идея. Нет, это стражи порядка, которых обычно наши военные берут себе в помощь для заморских операций. Я не могу разглашать детали неподписанного контракта. Но это опытные, надежные люди. Что ж, звучит здорово, господин мэр. Хотя я, конечно, пока не буду выражать свою взвешенную позицию до изучения всех фактов. Меньшего я не жду. И я подчеркну, доблесть и отвагу нашей полиции никому не заменить. Мы дополняем их, получаем результат в обход бюрократической волокиты. Именно результаты нам и нужны. Я рад, что вы здесь и услышите мои подозрения, что Человек-паук вполне возможно сообщник демонов. Я уверен, это увлекательная теория, но врачи рекомендуют мне сейчас больше отдыхать, так что если позволите... О, конечно. Спасибо за звонок, господин мэр. Я жду ваших звонков в любое время. Джаред, ты слышал? Суров, но справедлив! Это наш новый слоган. А мне плевать, что он уже занят. Плевать! У вас тут, наверное, сотовые отлично ловят. Ой. Вот как работает эта ульта. Они очень не хотели меня пускать. Значит, мне именно туда. Опа! Дольше Джона слушали. Так, что тут MJ, у нас? Прибыл по третьему адресу. Похоже, тут офисный маскарад. Тогда ты должен хорошо вписаться. Только не начинай с ударов в лицо. Да, сдается мне, отдел кадров не будет от меня в восторге. А чё, какие испытания? Я видел миноловушка. Так, одна пускай там стоит. Так, тебя можно снять? Ну, я имею в виду, да, можно.
Так, функция костюма готова. Такс. А вон туда давайте. Ой, я тебя не напугал. Да ты чё? Готов. Ну, у нас почти вышло. А, в смысле? На, я не ту кнопку жму, потому что я хотел мину кинуть. Не-а. Демоны. Так, совершить атаку со стены. А-а. Ну и что вы сделаете, давайте. Не знаю, зачем я включил, ну, чисто для прикола. Подкрепление! Или просто очень нарядные папарацци? Нет, я так и думал. Больно очень. Питер, в это место свозят все пожертвования фондом Ли. Одежду, книги. Они привозят их в грузовиках со всего города. Звучит как прикрытие для распространения наркотиков. Что больше похоже на этих ребят? Оу! Так, Фосу надо убить. В первую очередь. Вроде бы получается пока что. Ай. Как вы сюда так быстро добираетесь? Уж точно не на шестичасовом поезде. А может, они сюда телепортируются? И да блин. Ты меня достал. Стильно выглядит. Где он? Да ты чё, сдурел что ли?
Эть. Слишком быстро двигаюсь, да, демоны? Не вставай. А, все? Окей, допустим. Все так все. МДЖ, я прикрыл это место. Здорово. Сделаю анонимный звонок. Уверена, если полиция проверит ящики с пожертвованиями, они найдут не только поношенные джинсы. Это да. Да подожди, да нет у меня здесь. Чё ты начинаешь сразу? Я тихий кот. Меня невозможно обнаружить. Очень быстро. Снайпер. Привет. Можем подраться, а можем, скажем, пожарить шашлык. Да умри ты! О, что-то похолодало. Пора идти внутрь. Ну, без внутрь лишних так, внутрь. Церемоний. Блин, вот у костюма очень классные когти, прямо очень нравится. Тук-тук, кто там? МДЖ, я прибыл по четвертому адресу. Они даже не пытаются создать прикрытие. Грустно, когда преступники теряют последние стандарты качества. Я поищу информацию. Очень грустно. Что, тебя кто-то просматривает? Нет, тебя никто не просматривает. Тихо. Кто там? Да ну, почему меня спалили? Все было идеально спланировано. Не уходите, парни, я сейчас. Они уже две поспрыгивали туда. Блин, я с ними без ульты даже справляюсь. И, тихо. А. Ну, чисто так врубить ульту, чтобы посмотреть, как она работает. Блин, с двумя добиваниями подряд это как-то, ну, уж слишком сильно. Смена караула, да? И хорошо. А то те ребята меня не впечатлили. Питер, в этом месте, судя по всему, делают мебель на заказ. Насколько я вижу, это больше похоже на оружие. И как бы это ни удручало, кажется, оно все-таки не ручной работы. Ассасины-хипстеры будут разочарованы. Ой, бомбочку сюда! С
слишком просто. Не то чтобы я не рад вас видеть, просто... Нет, подождите, я правда не рад вас видеть. Блин, вот эти с оружием, с рукопашным, они всегда пропускают мой первый удар. И потом всегда наносят мне второй удар, и только потом я могу их бить. Ну вот смотрите, что это такое. Ой-ой-ой, больно. Давайте, уроды. Еще прибыли. Может, обсудим это за фруктовыми кексами? Эх. Так, щитовика надо убить. Не-а. Это для тебя. А это для тебя. Все? Это все? Не вставай. Ай-яй-яй. А, у меня здоровье было мало. Чё ты не обратил внимания? Так, это первое поражение. Надо просто внимательнее следить за здоровьем. А, ну это даже к лучшему. Мне надо 3 бесшумных нокаута совершить. Так, не опасен. Есть еще одиночки? Ага. Бросить на паутине 10 врагов, это как? Я считаю, что это не представляется возможным. Не опасен. Забрать. Ну же, они о чем-то спорят. Только не поубивайте друг друга раньше времени. Это моя. А, нет, не хотите? Чекнуть, что вон там, например. Ужва. Забрать. Че, я слишком много противников вырубил? Нет. Куда это вы пошли? Ну. Ой! Ой, смертник выбежал. О, а вы, видимо, второй состав. Нет. Я же увернулся, да, я увернулся. А-а. Смена караула, да? И хорошо. А то те ребята меня не впечатлили. Так. Не-а. Ты не прав, чувак. Насколько я вижу, это больше похоже на оружие. И как бы это не удручало, кажется, оно все-таки не ручное работа. Ассасины-хипстеры будут разочарованы. Где все?
Так, палку отдай сюда. Не то чтобы я не рад вас видеть, просто... Нет, подождите, я правда не рад вас видеть. А, блин, не тот гаджет. Слишком просто. Так, я уже, когда это говорил, меня убили. Где все? Я понял. Ну, это для тебя тогда. Еще прибыли. Может, обсудим это со фруктовыми кексами? Фруктовые кексы. Я люблю фруктовые кексы. Очень вкусные. Это приговорен. Время истекло для второго нокаутирования. Что-то слишком легко. Блин. Слишком легко. Особенно играть с гаджетами, это, ну, я не знаю. МДЖ, звони в полицию. Тут теперь безопасно. Отлично. Это уже победа, когда оружие исчезает с улиц. Итак, на карте это вроде бы последняя территория. О, давайте Джона послушаем. У нас экстренные новости. Мои источники сообщают, что полиция подозревает демонов в организации взрыва. Да ну! Да ладно! Если ты правда так, я забираю назад свои слова о невиновности Человека-паука. Тогда он, как минимум, частично виновен. Потому что... Да в каком месте? ...вырвался на Фиска, создал пустоту, в которой и образовались демоны, как яд в змеиных зубах. У действий есть последствия, друзья мои. А этого Человек-паук никогда не был способен понять. А теперь тихий час. Привет, птичек разглядываете? Я тут видел голубей. Надо и к тем заглянуть, а то обидятся. Так, в этот раз вот этот костюм возьмем, потому что, ну, одни темные костюмы у нас были сегодня. Блин, я бы с удовольствием взял еще другие. Ну, у нас доступно три новых костюма. Вот этот и вот этот. Но на все костюмы, на все эти три костюма, чтобы их разблокировать, нужны жетоны испытаний. Ребят, я не знаю, где их фармить. Я вроде бы все активности на карте выполняю. Абсолютно все. Ну, может быть, дальше по сюжету, конечно, дадут нам жетоны испытаний. У нас будут новые костюмы. Но я боюсь, что у нас дополнительные задания так быстро закончатся. Ладно, вперед. Прибыл по пятому адресу. Тут или собрание странных косплееров, или это демоны. Или и то, и другое. Может, это их хобби. Попробую найти себе новых друзей. Или врагов. А что бы ты предпочел больше, друзей или врагов? Так, этот вроде не опасен. Забрать бы его как-нибудь бесшумно. Отлично. Так, и надо совершить серию из 30... 5 ударов. Я не знаю, удастся ли мне это провернуть. Это надо вообще тогда не ошибаться. Не опасен? Не опасен. Забрать тогда.
Так, далее. Надо забрать стелсом как можно больше. Вон того бы забрать. Который ходит, вернее, который сидит. Убить! Надо было сначала окликнуть. Наверху есть еще один. Ну тогда сверху его и заберем. Сладких сна. Работают. Подожди, тихо, тут люди работают. Это же фраза из этого, The Amazing Spider-Man. Я точно ее помню. Так. Слушайте, а может быть давайте, знаете, какую штуку провернем сейчас? Возьмем стелсовую ульту. Просто активируем и перебьем этих троих. Давайте, звучит как план. Во время спектакля не шуми. Так, что-то пошло не по плану. Так. Эх! Подожди. Давай уж тогда обратно сделаем громкую ульту. А теперь поехали. Так, ну и где все? Убить тогда его. И вот этого тоже. Не вставай. Надеюсь, уж вы так хоть на что-нибудь способны. А то все ребята, отстой! Как он их унизил. Ой, есть серия из 35 ударов. Питер, в это место прибывают грузы с сувенирами для магазинов Чайна Тауна. То, что они импортируют, я бы на полку ставить не стал. Наркота? Демонов. Похоже, в контейнерах они привозят своих приятелей. Это объясняет, как в страну попадают иностранцы с криминальным прошлым. Не-а. Это для вас. Давайте активнее, что ли, нападать. Я уже начинаю, откровенно говоря, скучать. Какие-то вы злые. Честно говоря, все хорошие остроты я уже растратил. Но могу и повториться. Ой-ой-ой. А-а. Ай-яй-яй. Полегче, джентльмены. Чё-то вас тут много оказалось на один Когда квадратный метр. Когда группа исполняет четвёртую песню на бис, а ты такой уже, я домой хочу. На-а. А-а. Готов. Подходите, тебя ребята. Тоже. Паутины у меня на всех хватит. А-а. Mm.
Что-то вообще легко с гаджетами играть. А, вон, надо их убить. Ай-яй-яй-яй. Ладно, погорячился я, что-то легко сказать. А-а. Чаще гаджеты надо использовать. Святая святых дали ачивку. Чё-то больших сложностей я что-то не почувствовал. MJ, звони в полицию. Все демоны подготовлены. Не забудь принести мне сувенир. Ну, если это все, то да, все. Дальше идти только по сюжету. Дайте мне жетоны испытаний. Я хочу жетоны испытаний. Мне нужны новые костюмы. Мартин Ли, мы сделали жизнь демонов намного труднее. А работу прокуроров по их делу намного проще. Спасибо, МДжей. С меня ужин. О, здорово. О каком уровне шика идет речь? А, выбирай сама. Лишь бы накормили на доллар. Все равно это будет лучше, чем те твои пельмени. Эу, тебе и понравились мои пельмени. Они были великолепны, между прочим. Да, похоже, она будет еще очень долго вспоминать мне эти пельмени.